Мы благодарны всем кременчужанам, которые остались неравнодушными к событиям, которые происходят в городе и по строительству этого моста. И думаем, что эта ситуация сложится положительно для нашего города, и что мост все-таки будет строиться в нашем городе, в Кременчуге. Завтра буквально Юрий Анатольевич, народный депутат Украины, будет передавать вот эти вот все письма, обращения премьер-министру Украины Гройсману и Дубневичу, главе комитета с питань транспорту Верховной Ради Украины.